Даже упомянутые ранее палочники уступают в плане оригинальности способы самозащиты морским огурцам. Начнем с того, что в опасной ситуации они выделяют едкий и липкий токсин. Но и это еще не все. Некоторые представители данного вида пошли еще дальше, выработав столь необычный механизм защиты, как избавление от внутренностей. Морские огурцы сжимают все мышцы тела, выталкивая некоторые внутренности наружу через анальное отверстие. Увидев столь непривлекательную картину, хищник думает, что галатурия мертва и не приближается к ней. Сами же морские огурцы впоследствии регенерируют утраченные внутренности и продолжают бороздить морские глубины.